Спасибо, пастор. Дякуємо, пастор. Спасибо за приглашение. Дякуємо за позвання. Бог очень добрий ко мне. Бог є вельми добрий ко мне. І я знову з вами. А я сам знову з вами. Ви замечательная церковь. Сте ужасна церква. Я уже говорил в прошлый раз. Усам, кед сам был напоследок говорил. Я верю в пробуждение в Европе. Же верим, же в Европе будет пробуждение. Я верю, что Я верим, что что будущее Европы, же будущее Европы, оно с Господом. Же будет с Паном. Оно будет переживать, Европа будет переживать сильное явление Божьей силы и славы. Европа будет переживать сильное явление Божьей славы и силы. И очень часто я спрашивал, Господь. А вельми часто сам запитал, пане. Когда? Кеди. И где? А где? Когда это начнется? Кеди са то зачне? И где это начнется? А где са то зачне? Потому что я хочу быть частью этого. Лебо хцем быть того сучастью. И каждый раз, когда я приезжаю в Словакию. А жди, кед прицестуем на Словенско. Я переживаю атмосферу пробуждения. Проживам атмосферу пробуждения. Поэтому у меня есть такая... Даже вера, надежда. Поэтому я так надеюсь до конца веру, что пробуждение в Европе. Же пробуждение в Европе начнется в Словакии. Зачни на словенском. Я бываю в многих местах. Я бываю на многих местах. И бывают сильные служения. Бывают там сильные богослужбы. Бывают помазанные служения. Помазанные богослужбы. А бывает как у вас. А бывает как у вас. Атмосфера пробуждения. Атмосфера пробуждения. И в этом есть. А в том то є можливість мати потрясаюче переживання здесь і сейчас в Богу. Можемо ту переживати присутність Богу. Но это также. Але теж свидетельство того. Свидетельство того, що Бог приготовил в будущем. Що Бог приправив будучності. Амінь. Амінь. В этом году Господь дал нам для церкви в Сибири одно место Писания. В том-то году нам дал Бог про церковь на Сибири одно место с письма. Которое мы постоянно цитируем. Которое неустало цитуем. Это Евреям, 12 глава, 2 стих. То есть лишь Евреям, 11 капитула, 2 стих? 2 стих, 2 верш. Там есть такое повеление, наставление. Там есть такое наставление. Рекомендации для нашей жизни. Такое отпоручение про наш живот. Сказано. Там є поведане. Непрестанно. Неустале. Постоянно. Непрестанно. Будьте сфокусированы на Иисусе. Будьте замераны на Иисуса. Постоянно смотрите на Иисуса. Неустале садивайте на Иисуса. Мы живем среди людей. Мы живем упростред людей. А смотрим и следуем за Иисусом. Позираме на Иисуса, а наследуем Иисуса. Смотрим на Иисуса и следуем за Иисусом. Позираме на Иисуса, а наследуем Иисуса. И я думаю, что сосредоточенность на Иисусе – это очень важно. А я си мислим, что сосредоточение на Иисуса – это очень важно. Для нашей христианской жизни. Про наш христианский живот. И вот, когда в очередной раз я прочитывал этот стих. А когда я читал этот лист уже дальше крат. А это почти последняя глава послания римлянам. То есть, так мер, последняя капитула листу римлянам. Я понял. Я сам похопил. Что этот совет. Же тато рада. Результат того, что сказано в этом послании раньше. Є висновок того, що є поведане в тому листі предтим. І я начал читать все послание евреям снова. А за часом читать знову цілий лист жидам. І я обнаружил, а зчимав сам си, що центральне послання или центральная мысль в послании евреям. Же закладна мишленка листу жидам. И с этим связан призыв смотреть на Иисуса. А с тим є споєна та визва позирати на Ісуса. Она звучит таким образом. Она звучит так-то. Превосходство Иисуса. Вивищенность Иисуса. Иисус. Иисус. Он лучше всех и всего. Є найлепший зо всіх і зо всіх. І во Христі Ісусі. А в Ісусі Христові. У нас є все. Маємо все. Що нам потрібно. Що потребуємо. І навіть більше. А до кінця більше. Ісус. Ісус. Він не просто лучший з лучших. Він не є найлепший з найлепших. Он превосходный. Он є уповне топ, але это совершенно другое измерение. То є уповне іне помер. И в воскресенье? В неділю? Я проповедовал в Банской Бистриці. Сам казав в Банской Бистриці. И это было послание о превосходстве Иисуса. То було посольство о вивищенности Иисуса. И потом я молился. А потом сам сам молил. И сегодняшнее моё служение? А днешня моя богослужба? Оно будет состоять из двух частей. Будет позоставать из двух частей. Я буду проповедовать? Я будем казать.
будет общее откровение. А будет такое всеобщее зявление. Но я ожидаю, что будут пророческие акценты для кого-то из вас. Але дуфам, же там будут и в том пророческие акценты при некого из вас. И также будет общая молитва. Теж будет сполучна молитва. И если вам нужно будет, чтобы лично я помолился за вас. А пока будете потребовать, чтобы сам молился за вас особенно. То я помолюсь за вас лично. Помолимся за вас особенно. Поскольку я знаю. А кедже вем. Что большинство из вас вы в онлайн смотрите служение в Банской Бистрице? А, что большинство из вас позирает онлайн богослужбы из Банской Бистрицы? Поэтому я не буду говорить о превосходстве Иисуса. Поэтому я не буду говорить о вывышенности Иисуса. Но буду говорить о чем-то. Але будем говорить о нечем. Что очень важно для нас. Что очень важно для нас. Чтобы Божье обетование. Аби Божье заслубения. Превосходство Иисуса. А вывышенность Иисуса. Это начало проявляться в нашей жизни. Это начало проявляться в нашем животе. В послании о превосходстве Иисуса. В листе о вывышении Иисуса. Финальный стих это послание евреям, 8 глава. Последний верш є лист Жидам, 11 глава. Нет. В моем послании о превосходстве, в моей проповеди о превосходстве Иисуса. А моя каза, мое посольство о вывышении Иисуса. Один из последних стихов. Один из последних вершов. Это евреям, 8 глава, 6 стих. То є лист Жидам, 8 капитула, 6 верш. И там сказано. А там са говори. Что служение Иисуса. Же служба Иисуса. Оно превосходно. Є вивішене. Никто другой. Никто иный. Не может и не способен сделать для нас то. Не може ані не докаже уробить при нас то. Что може зробити Ісус? Що може уробити Єжиш? Сказано, що он ходатай. Говориться, що він є примлувця. Он наш заступник. Он є наш заступця. Он завжди за нас. Он є завжди за нас. І це алілуя. А то є алілуя. Лучше, щоб Ісус був за нас. А лепше, коли є Єжиш за нас. Чим проти нас. А коли був проти нам. І он завжди за нас. Он є завжди за нас. І його завет. А його змлува. Самый лучший завет. Є найлепша змова. І сказано. А є поведане. Що завет? Що змова? Основан на самих лучших обіцяннях, обітованнях. А є заложений на тих найлепших заслубеннях. На лучших обітованнях. На лепших заслубеннях. І чим обітування Ісуса хороші? А чим су заслубення Єжиша добре? Тим, що вони можуть помочь нам. Тим, що нам може помочь. І тим. Але й тим, що Ісус не просто обіцяє, що Ісус не лише слуби, Он еще имеет силу и желание, чтобы это произошло. Он має силу и тужбу, аби се то стало. Друзья, приятели, я вам могу пообещать все, что вы хотите. Я вам можу слубить, що хочете. Но скорее всего. Але правдоподобне. Я практически ничего не смогу сделать для вас. Я практически ничего для вас не можу уробить. А Иисус имеет и силу, и желание. А Ježiš má aj túžbu, aj silu. Исполнить каждое свое обещание. А исполнить каждое свое заслубение. И вот в последнее время. В последнем часе. Господь побуждает меня. Пан ма поганя. Молиться за освежение и обновление. Молиться за освежение и обновление. И одно из обетований. А одно из заслубений. Которое касается обновления. Которое касается обновления. Данное Иисусом. Є дане Єжишом. Это Матфея 11 глава. Є то Матуш 11 капітола. 28 и до 30 стиха. От 28 до 30 верша. Я напомню вам, что там сказано. Я вам припомню, что там говорит. Иисус говорит. Ježiš hovorí. Придите ко мне. Прийдите ко мне. Все труждающие, все обременённые. Všetci, ktorí sa namáhate. Я успокою вас. Я вас упокоим. Дам вам покой. Дам вам покой. Позабочусь о вашей душе. Постараюсь о вашу душу. И сделаю то, что вы делаете. А уробим то, что вы робите. Легким для вас. А уробим для вас легким. Иисус не говорит. Ježiš nehovorí, что больше вы не будете работать, že už viac nebudete pracovať, перестанете служить, prestanete slúžiť, избавитесь от ответственности, zbavíte sa zodpovednosti. Он говорит, on hovorí, что я сделаю так, ja urobím tak, что то, что вы делали, aby to, čo robíte, и даже больше этого, a dokonca viac od toho, будет легче, že bude to pre vás ľahšie, будет легче, bude ľahšie. Я заметил, я сам слышал, что есть люди, же со людя, которые говорят так, которые так то говорят. Мне нужно отдохнуть. Муси си отдохнуть. А в конце? А на конце? Они так устали, когда отдыхали. Они си так са так унавили, когда отпочивали. Что им снова нужно отдыхать? Же снова муси отпочивать. Но Иисус говорит. Але Ježiš hovorí. Придите ко мне. Прийти ко мне. И я позабочусь о вас. А я со вас постарам. Аллилуйя. Аллилуйя.
Я не знаю, как насчёт тебя. Я не знаю, как ты. Я говорю. Але я говорю. Иисус, я хочу прийти к тебе. Ježiš, я хочу прийти к тебе. Дай мне адрес. Дай мне адрес. Адресу, адрес. Где эта улица, где этот дом? Где твоя улица, где этот дом? Куда идти? Кам мам ис? Ты сказал, придите ко мне. Ты си повидал, прийти ко мне. И я обновлю тебя. А я тебя обновим. Не нужно это. Я то потребуем. Куда идти? Кам мам исти? Вы знаете адрес? Познати адресу? Чтобы прийти к Иисусу. Аби сте пришли к Ježišovi. Нам нужно одно. Потребуете одно. Вера. Веру. Послание евреям. Лишидом. 11 глава. 11 верш. 6 стих. 6 верш. Там сказано. Там са говори. Что без веры. Же без веры. Не прийти невозможно. Не е можно прийти. И не получить невозможно. А не е можно нич достать. Без веры. Без веры. Не прийти невозможно. Не е можно прийти. Не получить невозможно. А не можете нич достать. Послание римлянам. Лист Римлянам. 4 глава. 4 капитола. Говорится о Аврааме. Говорится о Авраамове. И Авраам. А Авраам. Он является примером веры для нас. Он є прикладом віри для нас. И 14 стих сказано. А в 14 верші са говори. Что без веры. Же без веры. Обетование. Заслубение. Бездейственное. Нема ніяку моц. Без веры. Без веры. Обетование. Заслубение. Не действует. Не функує. Мы можем слышать самые лучшие обещания от Бога. Можем почути то найлепшее заслубение от Бога. Но не имея веры. Але поки не маме веру. Они не будут действовать в нашей жизни. Не будет функувати в нашем животе. Я вам скажу так, потому что там также написано. Я вам так то понял, бо так є там написано. Что без обетований. Же без заслубения. Вера тщетна, пуста, бесполезна. Є віра збиточна. Пуста, бесполезна. Збиточна. Празна. Там, где нету веры. Там, где не вера. Там, где нету веры, не будут работать обетования. Там, где не вера, не будут функувати заслубения. Но нет, где нету обетований. Але там, где не заслубение. Там нету смысла верить. Там не смысл верить. Поэтому нам нужны и обетования, и вера. Поэтому потребуем и заслубение, и веру. Еще раз хочу сказать. Еще раз хочу сказать. Что есть немало обетований. Є вела заслубені, которые очень актуальны для нас. Которые су вельми актуальны для нас. Я говорю, да, Господь. Я говорим, ано, пане. Не нужно освежение. Потребуем освежение. Не нужно обновление. Потребуем обновление. Не нужна сила к прощению. Потребуем силу к отпущению. Не нужна сила продолжать служение. Потребуем силу покрачувати службе. Не нужно. Я потребуем. Но зачастую. Але частіше. С нами может быть так. А ми може то бути з нами так? Як з отцом этого юноши. Ако з отцом тохто младенця. Который пришёл к Иисусу. Который пришёл к Ježišovi. Это Матфея 9 глава. А то є Матуш 9 капітола. Точнее Марк 9 глава. Марк 9 капітола. З 23 стиха. А от 23 верша. Отец приходит к Иисусу. Отец приходит к Ježišovi. Потому что его сын болел и страдал. Потому что его сын был хорий и вельми се трапил. И никто не мог помочь. А никто ему не мог помочь. И он приходит к Иисусу. А он приходит к Ježišovi. И говорит: "Ты можешь мне помочь?" А говорит: "Можешь мне помочь?" Иисус сказал ему. А Ježiš mu povedal. Пастор цитировал сегодня это. Пастор то не цитовал. Иисус сказал ему. Ježiš mu povedal. Если сколько-нибудь. Ктоколвек би. Можешь веровать? Верил, але поки можеш. Если сколько-нибудь можешь веровать, хотя поки що лен трошку можеш верити. Все возможно. Щетко є можне. Тому, хто вірить. Тому, хто вірить. Если сколько-нибудь. Поки лен трошку, колко-колвек. Если сколько-нибудь. Поки колко-колвек. Если сколько-нибудь. Поки трошку, колко-колвек. Можеш верити. Все возможно. Щетко є можне. Все возможно. Щетко є можне. Тому, хто вірить. Тому, хто вірить. І отець понімає. А отець похопив. Що не вірити нельзя. Що не є можна не вірити. Поэтому говорит. А прито говорить. Вірю, Господи. Верим, пане. Вірю, Господи. Верим, пане. А потом оценивает своє состояние. А потом огоднотив свой став. Очень быстро. Вельми рихло. И говорит. А говорить. Помоги. Поможь. Моєму невірю. Моє невере. И мы знаем, а мы вieme, что не верить нельзя. Же не можно не верить. Но зачастую.
Але часто? Якщо ми чесні самі з собою. Поки ми чесні самі себе. Ми починаємо понімати. Ми хапеме, що нам потрібно обновлення. Що потребуємо обновлення. І в першу очередь. А в першому раді обновлення нашої віри. Обновлення нашої віри. Нам нужно. Потребуємо, щоб Господь обновив нашу віру. Аби Пан обновив нашу віру. Ми можемо стремитися или желать, щоб исполнились самые лучшие и самые важные для нас обещания. А ми се можемо снажити а тужити потом, аби се те найлепші заслубення нам у нас наповнили. Ну знаєте що? Але знаєте що? В першу очередь иногда нам нужно. А в первом ряде то, что нам треба, чтобы Господь обновил нашу веру. Аби Пан обновил нашу веру. Как происходит обновление веры? Ако дохадза к обновлению веры? Очень просто. Вельми однодухо. Через слово. Це слово. Через откровение. Це з'явення. Ти получаєш или нове откровение. Ти будь доставаш нове з'явення. І у тебе підіймається віра. А твоя віра росте. Или. Або. Те откровения, которые ты уже давно знал. Або з'явення, яке ти вже давно познав. Вони наповняються силою. А са наповні силою. І, звісно ж, молитва. Самозрейме молитва. Поэтому прежде чем я буду молиться. Перед тем, ако са будем молить. Я хочу напомнить вам кое-что о вере. Я вам хочу нечто припомнить о вере. Я знаю. А я вем. Что вы слышали много проповедей о вере. Что сте почули вела казаний о вере. И если я предложу вам сейчас. А кед я вам днес понукнем. Давайте откроем послание Евреям 11 глава 1 стих. Подьме отворме лист Римлянам 11 капитула 1 верш. Вы скажете. Ви повете. Зачем? На чо? Ми сколько раз слышали. Ми змето уж толку раз і почули. Ми сколько раз читали. Ми змето уж толку раз читали. Я вам скажу, зачем. А я вам повім, при чому. Щоб це сработало. Аби то-то фунгувало. Щоб це начало работать в нашій житті. Аби то-то зачало фунгувати в вашому житті. Итак, открываем послание Евреям. А так си отворимо лист Жидам, 11 капітул, лист Жидам. 11 глава. 11 капітула. І з першого стиха. От першого верша. Та послание Евреям, 11 глава, с первого стиха. Лист Жидам, 11 капитола от первого верша. Угу. Там написано. Там сапише. Что вера есть осуществление ожидаемого. Же вера є подстатою того, чого се надіяме. И уверенность в невидимом. А истота в том, что не видиме. Albo podstata to, ja to prečítam. Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nadejame a dôvodom toho, čo nevidíme. Ja skážu tak. Ja vám takto poviem. Если мы ничего не ожидаем, pokiaľ nič neočakávame, то мы ничего и не получаем. Tak nič nedostaneme. Viera. Viera. Это делать акценты на невидимом. То je zamerať sa na to, čo je neviditeľné. Я бы даже сказал по-другому. Alebo by som to ináč povedal. Viera. Viera. Это способность. To je schopnosť. Видеть ценность. Vidieť hodnotu. Того, что невидимо. Toho, čo nevidíme. Это важно. To je dôležité. Потому что мы живём сейчас в мире. Lebo my teraz žijeme vo svete. Где люди все упование свои. Ale kde ľudia všetku svoju pozornosť. Даже верующие. Dokonca veriaci. Возлагают на то, что они видят. Давай на то, что не видя. То, что видят. Что видя. Да. Осуществление. Выконание. Да. В русском языке написано осуществление. Это означает делать значимым и существенным то, что ты не видишь. Угу. Ако кеби смотнение, то знамена уробить чинным то, что не видите. То знамена в русчине. Делать значимым то, что ты не видишь. Або давать význам тому, что не видите, робить významným то, что не видите. И то, что мы не видим. А то, что мы не видим, имеет для нас огромную ценность и значение. А ба пре нас обровскую цену а význам. И это, конечно, касается Бога. А то са самозреме тика Бога. Ну что я хочу сказать сейчас? А что вам хочу мне исповедать? Бог осуществляет ожидаемое нами. А Бог виконава то, что мы очакаваме. Но ожидаемое? Але то, что мы очакаваме. Мы с вами знаем. Ми вieme. Оно должно быть основано на слове или на обетованиях. Мусі бути заложене будь на слове або на заслубеннях. Послание Ефесянам сказано. В листі Ефесянам са говорі. Что Бог действует в нас. Же Бог в нас кона. И может сделать. А може уробить. Намного больше. О много вяз. Намного больше. О много вяз. Чем мы думаем. Ако ми помислиме, ако ми ми. Мы желаем. Ако си ми желаме. И мы просим. Ако ми просиме. Уверенность в невидимом. Убеспечение в невидительном. Это ожидание того. То есть ожидание того. Что Бог проявит себя как Бог. Же Бог са прояви як Бог. То есть намного больше.
To znamená o mnoho viac. Того, що ми думаємо, що желаємо і чого, о чому помисляємо. На чому ми си можемо помислити, що ми очікуємо, о чому розмисляємо. Он може зробити намного більше. Он може робити о многа віц. Я все ж таки розкажу цю історію. Я вам розправам тенто прибіг. Тому що не всі смотрели онлайн. Але бо не всі ці сті позирали онлайн. Мені було, наверное, лет 10. Мав сам аси 10 років. Це були 70-ті роки, совєтське время. Були то 70-ті роки, совєтські часи. Я йшов по вулиці в місті. Йшов сам по вулиці в місті. І вдруг. А зразу. Я остановился. Сам застал. Я остановился под таким впечатлением. Заставил сам под таким дойдом. Я смотрел. Позерам. И не мог оторвать своих глаз. А не могло сам отрыгнуть свои очи. Я видел. Увидел сам. Волгу. Волгу. И Волга. А Волга. Это автомобиль. То был автомобиль. Мечта советского человека. Тужба советского человека. Никто практически. Практически никто. В советское время. Советского часы советского звезда. Не мог купить Волгу. Си не могл купить Волгу. И это была не просто Волга. А не была то лен Волга. Она была черная. Была черна. У нее был багажник. Мала такие дымовые скла. Дополнительные фары. Някие дополнки. Она удивительно была. А была нескуточна. Комби. Комби до конца. Комби не было. Комби тоді не бували. Я стояв. А я там стоїм. Я не був віруючим. Я сам не був віряти. Но понимал. Але похопив сам. Що обладать такою машиною. Же мати таке авто. Це должно бути чудо какое-то. То мусить бути зазрак ніякий. Тому я сказав внутрі себе. Прето сам си внутрі себе повідав. Боже. Боже. Якщо ти є. А покял си. Сделай так. Уроб так. Что когда я вырасту? Же когда я будем доспели, когда вырастем. Чтобы у меня была такая чёрная Волга. Аби сама такую чёрную Волгу. Мне 45 лет. А когда сам 45 роков? Я иду по городу. Идем по месте. И вдруг я вижу. А сразу видим. Такую чёрную Волгу. Такую чёрную Волгу. Комби. Комби. Она стоит. Стоит там. Я посмотрел на нее. Я сам сад на нее позрел. Пошел дальше. И шел сам далее. Сел в свою Тойоту. Садил сам си до своей Тойоты. И сказал. А поведал сам. Слава Богу. Слава Богу. Что у меня нету черной Волги. Что не мам черную Волгу. Я очень благодарен Богу. Я сам вами вдячный Богу. За то, что он ответил на мои молитвы. Же отповедал на мои молитвы. Но я также благодарен Богу. Але те сам вдячный Богу. Что на многие молитвы мои он не ответил. Же на многие мои молитвы не отповедал. И вера. А вера. Это не просто что-то получить от Бога. То не але нечто достать от Бога. Это намного больше. То е о много вяц. Это позволить Богу быть Богом. То е доволить Богу, аби был Богом. Мы знаем, что мы что нам нужно. Мы вieme, что мы потребуем. Но Бог восполняет не только наши нужды. Але Бог не наполняє наші потреби. Он ещё исполняет свою волю в нашей жизни. Он и наполняє свою волю в наших животах. В той стих сказано. А в другом версі са говорі, что в нём свидетельство древнее. А нём все предкови зыскали добре освещение. Я говорю так. Я так то говорим. Если есть вера, покиаль є віра, то ми будемо свідчити об Ісусі. А будемо свідчити о Ісусі. І якщо в нас є віра, покиаль маємо віру, то в нас буде о чому свідчити. Будемо мати о чому свідчити. Якщо в нас є віра, покиаль маємо віру, то в нас буде що сказати другим. Будемо мати що повідати другим. Із того, що Бог зробив для нас. З того, що Бог уробив при нас. Третій стих. Третій вірш. Там сказано, що вірою ми познаємо, що віки устроєні Словом Божим. Вірою хапаємо, що віки повстали Словом Божим. Слово Божє. Слово Божє. Содержить все мироздание. Все творение. Всетко створення є загорнуте в тому слове. Слово Божє. Слово Божє. Удержава. Содержить все творение. Удержава всетко створення. В устройстве? В порядку? И функционально делает его. А роби его функционным, же функуе. Чтобы вы понимали, о чем я сейчас говорю. Аби сте похопили, о чем тераз говорим. На земле. На земле. Происходит огромное количество катаклизм. Пребега вела катаклизм. Но при этом. Але прето. Земля существует. А говори тому зем экзистуе. И функционирует. А функуе. Но Слово Божье. Але Слово Божє, которое содержит всю вселенную, которое всетко держи покопе, способно
je schopné zadržať i našu žiť. Udržiavať aj náš život. I priviesť našu žiť v poriadok. A priviesť náš život do poriadku. I zjeliť tak. A urobiť tak. Aby sme ustojali pri ľubých kataklizmoch. Aby sme obstáli v akýkoľvek ťažkostiach. Pri ľubých vnešných i vnútorných potrieseniach. Pri kadejakých vonkajších aj vnútorných otrasoch. Aby sme mohli ustojať. Aby sme dokázali obstáť. I mohli predlžať funkcionovať. A mohli naďalej fungovať. V soľadí s našim prizvaním. V súlade s našim povolaním. I v soľadí s Božím cieľom. A v súlade s Božím cieľom. Когда мы теряем слово, keď strácame slovo, мы теряем прочное основание. Strácame základ для нашей жизни. Pre náš život. Итак. А так? Вера. Вера. Это позволить слову. To znamená dovoliť slovu. Держать нашу жизнь. Držať náš život. Четвёртый стих. Štvrtý verš. Сказано так. Sa hovorí takto. Верою Авель принёс Богу жертву лучшую. Vierou priniesol Abel hodnotnejšiu obeť Bohu. Там, где есть вера. Там, где вера. Там всегда будет жертвенность. Там же будет обета. Мы знаем об этом. Мы то вieme. Но я скажу таким образом. Але повію вам так то. Что только вера. Же ибо вера. Любую жертву. А какую-колвек обеть. Делает чем-то значимым в глазах Бога. Роби významno в очах Божих. Вера. Ибо вера. Делает жертву лучшей в глазах Бога. Роби обеть лепшоу в очах Божих. А без веры. А без веры. Не просто пойти. Nie je možné prísť, получiť, dostať, no bez viery, ale aj bez viery. Takže nevozmožno zdieľať čo-to. Nie je možné urobiť čokoľvek. Niečo, čo by sa páčilo Bohu. Bez viery ugodiť Bohu nevozmožno. Bez viery nie je možné sa zapáčiť Bohu. Očiť mnogo bohoslovských sporov. Je veľa takých bohoslužobných sporov alebo teologických sporov. V čom odlišuje viera Abela od viery Kaina? V čom sa odlišuje viera Abela od viery Kaina? I hovoria takým obrazom. A hovoria takto. Kain. Kain. Prinios. Priniesol. Plody. Plody. A Boh nie vegetariánec. A Boh nie je vegetarián. On chcel mäso. On chcel meso. Ja skážu vám takým obrazom. Ja vám takto poviem. Čo by nie priniesol Abel. Čokoľvek by priniesol Abel. Čo by nie priniesol Abel. Čokoľvek by priniesol Abel. Eto by ponorali z Bohu. By sa to páčilo Bohu. Počemu? Prečo? Потому что разница. Pretože rozdiel medzi žertvou Kaina i Abela. A medzi obeťou Kaina a Abela? V jednom. Je v jednom. V viere. Vo viere. Только в вере. Iba vo viere. И вера Авеля. A viera Abela. Она сделала жертву лучше. Ona urobila obeť lepšou. Поёшь ли ты хорошо? Pokiaľ ty pekne spievaš. Красиво. Pekne. Или ты поёшь вообще никак? Alebo v zhromaždení spievaš nejak. Ili tak plocho, jak ja. Alebo tak zle, ako ja. Mastierstvo. Umenie. Neupečetľaje Boga. Nerobí dojem na Boha. A vot viera. Ale viera. Ona na samom dieli. Ona. Proizvodí upečetlenie na Boha. Ona zapôsobí na Boha. Поэтому Господь хочет. Prečo pán, preto pán chce? Чтобы всё, что мы делаем в нашей жизни. Aby všetko, čo robíme v svojom živote. Это получало не просто его похвалу. Aby sme dostali nielen pochvalu od neho. Но и становилось основанием. Ale stalo sa základom. Для его воздаяния. Pre jeho воздаяние? Да, воздаяние, обратного благословения. Aha, požehnanie späť. Обратного благословения. Пожегнания. Поэтому Господь хочет. Preto Pán chce. Чтобы всё, что мы делаем. Aby všetko, čo my robíme. Во всём была вера. Во všetkom bola viera. Аминь. Amen. Дальше сказано. Tiež sa hovorí. Седьмой стих. Siedmy verš. Вы со мной ещё нет? Ste so mnou ešte? Пастор настроил вас. Пастор. Ну, подготовил вас. Вас приправил. Что будет сильно. Aby ste boli silní. Будет сильно. Že bude silné. Будет вера. Bude viera. Будет воздаяние. Bude požehnanie. Будет вера. Bude viera. Начнут срабатывать божественные обетования. A začnú sa naplňať Božie zasľúbenia. Сказано. Sa tam hovorí. Что верою Ной получил откровение. Že vierou Noach dostal zjavenie. И это очень важно. A to je veľmi dôležité. Viera dáva nám odkrivenie. Viera nám dáva zjavenie. A čo to je odkrivenie? A čo je to zjavenie? Это способность. To je schopnosť.
vidieť koho-to ili što-to tak, ako to vidí Boh. Vidieť niekoho alebo niečo tak, ako to vidí Boh. Matfeja 16. glava. A Matúš 16. kapitola. Isus spraševať učeníkov. Ježiš sa pýta učeníkov. Как вы меня видите? Ako ma vidíte? И они отвечают по-разному. А они разные ответы дают. А Петр говорит. А Петр говорит. Ты Христос. Ты си Христос. Ты Христос. Ты си Христос. Иисус говорит. А Иисус говорит. Ты видишь меня? Ты меня видишь? Так. Так. Как меня видит Бог. Ako ma vidí Boh. Как меня видит Отец. Ako ma vidí Otec. Из-за этого. А kvôli tomuto. У тебя будут благословения. Ты будешь пожеганы. И это будет основанием. А то будет закладом. Для твоего служения. Pre tvoju službu. Откровение. Зявение. Основание для служения. Є закладом pre tvoju službu. Видеть людей. Видеть людей. И видеть обстоятельства так, как видит Бог. А видеть околности так, как их видит Бог. Но смотрите, что сказано. Но посмотрите, что са там пише. Ной получил откровение. А Бог принял зявение. Ноах принял зявение. И приготовил ковчег. А приправил кораб. Для спасения своего дома. А pre spasenie svojho domu, pre záchranu svojho domu. И то, что я сейчас скажу, это очень важно. А то, что вам сейчас поем, это очень важно. Ной. Ноах получил понимание. А достал похопение, поразумение. Что нужно делать сегодня? Что мусю робить днес? Чтобы завтра. Аби завтра была спасена его семья. Была захранена его родина. Он получил понимание. Он достал похопение. Что нужно делать сегодня? Что ма робить днес? Чтобы завтра была спасена его семья. Аби завтра была спасена его родина. Если вы когда-то получили обетование, пока вы некогда достали заслубение, в свое сердце, до своего сердца, верили, молились, молились теся, и говорили, а говорили сте, я спасусь, я спасусь, я сам спасенный, и моя семья будет спасена, а и моя родина будет спасена, я служу Господу, я служим Панове, и мои дети будут служить Господу, а мои дети будут служить Панове. И что-то не пошло не так. А ничего не шло целком так. Это не означает, что обетования неверные. То не знамена, что заслубение не функує. И это не означает, что вам нужно отказываться от этого обетования. А то не знамена, что вы са маете отклонить от того, кто заслубение, что маете отдаваться. Что са маете вздать. Сказано. Говорится там. Что Авраам. Же Авраам. Он не отказался до последнего от обетования Божьего. Он са не отвратил от Божьего заслубения. Но что нам нужно? Але то, что потребуеме? Нам нужно получить понимание. Потребуеме похопение, поразумение. Что нужно делать сегодня? Чо мусиме робить днес? Чтобы приготовить. Аби сме приготовили. То. Что станет причиной. Чо са стане причиной. Для спасения моей семьи. А спасение моей родины. Мы знаем, что Иисус Спаситель. Мы знаем, что Иисус есть Спаситель. Но что нужно сделать? Але что маме робить? Но что нужно сделать? Что маме робить? Но что нужно сделать? Что маме робить? И очень важно. А вельми дволожите. Сегодня получить откровение. Днес достать зявение. Что нам нужно делать? Что маме робить? Чтобы завтра. Аби завтра. В Европе было спасение. А Европа была спасена. Очень важно. Вельми дволожите. Получить откровение. А достать зявение. Что нам нужно сегодня делать? Что маме днес робить? Чтобы завтра. Аби завтра церковь была наполнена спасенными людьми. Церковь была наполнена спасенными людьми. И Ной начал делать то. А Ной начал робить то. Что другие не делали. Что другие не робили. Они этого не понимали. Они тому не разумели. И причины в этом не было. А не был на то довод. Ты получил откровение. Ты си достал зявение. И ты идешь путем исповедания. Ты идешь тою цестою. Молитвы. Молитвы. Формируешь ожидание. Формируешь свое очекавание. Я помню, когда мы начали нашу церковь в Нижневартовске. Памятам си, когда мы начинали нашу церковь в Нижневартовске. Я верил, что Бог есть Бог сверхъестественного. Я сам верил, что Бог есть верховный Бог. Но ничего особенного не происходило. Але ниц влашне са не делал. И потом я получил свое сердце. А потом сам достал до своего сердца. Как откровение от Господа. Ако зявение от Пана. Провозглашать. Прогласовать. Что на этом месте. Же на том-то месте. Бог будет делать чудеса. Бог будет робить зазраки. Бог есть Бог сверхъестественного. Бог есть Бог сверхъестественный. И Он будет делать чудеса. А Он будет робить зазраки. И в том числе. А прето? Будут чудеса исцеления. А будут зазраки уздравления. И я поднимался служение за служением. А я сам богослужбу за богослужбу. И говорил, Бог будет делать чудеса. А сам поставал, говорил, Бог будет делать будет робить чудеса. Зазраки. Бог будет робить чудеса. Бог будет робить зазраки. Вы знаете? А видите что? Ной построил ковчег.
postavil sa jeden mladý muž. A nikakého príznaka dažďa nebolo. A nebol žiadny príznak dažďa. Da, dažďa. Dažďa. Nebolo. И я говорил, Бог будет делать чудеса. А я сам говорил, что Бог будет делать зазраки. И когда я поднимался в очередной раз на сцену, а когда он себя поставил на явиско, я чувствовал, я сам цитил эту надежду людей, туто надея людей, что я не буду это повторять снова. Že už to nebudem, že dúfali, že už to nebudem znova opakovať. Že to nové skážu сегодня. Že už niečo nové budem kázať. A ja znova hovoril. Ale ja som znova hovoril. И когда я говорил? A keď som hovoril? Я видел, как некоторые люди вот так сидели. A ja som videl, ako niektorí ľudia takto sedeli. И после одного служения. A po jednej bohoslužbe. Ко мне подошёл один молодой человек. A prišiel ku mne jeden mladý muž. И сказал: "Пастор?" A povedal: "Pastor?" Мне это надоело. Už mám toho pokrk. Я ухожу. Я отхадзам. Потому что ты говоришь, что Бог будет делать чудеса. Lebo ty hovoríš, že Boh bude robiť zázraky. А ничего не происходит. A nič sa nedieje. Авраам. A Abraham. Не ослабел вере. Не ослабол во вере. И, к сожалению, он ушел. A bohužiaľ odišiel. Потом, через какое-то время он вернулся. A potom odišiel, počase sa vrátil. Я был так расстроен. А был сам такой смутный, сломанный. Потому что чудеса не происходили. Lebo sa nediali zázraky. И люди уже уходили. А люди уже начали отходить. Но на следующее служение. Ale na ďalšej bohoslužbe. Произошло одно из чудес. Sa stal jeden zo zázrakov. Которое стало отправной точкой для нашего пробуждения. Ktorý sa stal takým odrazovým mostíkom nášho prebudenia. Бог будет делать чудеса. Бог будет робить зázraky. Бог будет делать чудеса. Не ослабел в вере. Не ослабел во вере. Получил откровение. Достал зявение. Еще несколько слов. Еще несколько слов. Сказано, что Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел наследие. Авраам соприлнул к заслубению, которое мал. Вера – это повиновение призванию. Вера – то есть такое примкнутие к заслубению. Вера. Вера. Это не только знание, признание, призвание. To nie je len, že poznáte to zaslúbenie. No i pokojnosť sa tomu prizvaniu. Ale že sa mu aj podriadite. Povinoval sa prizvaniu. Podriadil sa tomu. Povinoval sa prizvaniu. Podriadil sa mu. I ďalšie skázano. A ďalej sa hovorí. 10. stih. 10. verš. Što Avraam strýmil sa k gorodu. Očakával mesto. Ktoré imejete osnovanie. Majúce pevné základy. U nás dĺžne byť osnovanie. Potrebujem mať základy. U nás dĺžne byť ценности Царства Божьего. А потребуем мать ценности Божьего Королевства. У нас должно быть, на чем мы стоим. Потребуем мать то, на чем будем стать. Непоколебимо стоим. Певне не стать. Мы должны иметь этот реформаторский дух, как у Мартина Лютера. Потребуем мать этот реформаторский дух, как у Мартин Лютер. На чем стою? На чем стоим? На этом стою. На том то стоим. И не могу по-другому. А не можем иначе. Ту стоим, не можем иначе. И написано. А е написано. Что основание для нашей жизни. Же закладом пре наш живот. Это не помазание. То не помазание. Это не пророчество. То не пророчество. Это даже не чудеса. То до конца не су зазраки. Это праведность. То есть справедливость. Когда разрушено основание. Pokiaľ je porušený základ, когда нет праведности в жизни людей, pokiaľ nie je spravodlivosť v živote ľudí, что мы сделаем? Čo urobíme? Ничего мы для этих людей не сделаем. А nič neurobíme pre týchto ľudí. Поэтому праведность, preto spravodlivosť, это основание, to je základ, для того, чтобы Бог что-то делал в нашей жизни. Aby základom toho, aby Boh čokoľvek robil v našom živote. Поэтому мы не только тешимся помазанием, а preto my sa nielen tešíme z pomazania, вдохновляемся пророчеством, а nadchýname sa proroctvami, назидаемся откровением, а žiadame si zjavenie, но мы еще прочно храним основание праведности в нашей жизни. Ale tiež si chránime základ spravodlivosti v našom živote. Если у нас есть основание праведности, pokiaľ je u nás základ spravodlivosti, то Бог нам и поможет. Бог нам поможе. Если в человека нету праведности, pokiaľ človek nie je spravodlivý, ты можешь тысячу раз ему пророчествовать. A môžeš mu tisíckrát prorokovať. И сотни раз за него молиться. A stokrát sa za neho modliť. Но если нету этого основания, pokiaľ nemá tento základ, то даже если Бог хочет что-то сделать, а dokonca aj keď Boh chce niečo urobiť, это не означает, что Бог не хочет сделать. To neznamená, že Boh nechce urobiť. Я чувствую, что это очень важно сказать сейчас. Ja cítim, že to veľmi dôležité povedať. Потому что мы иногда думаем таким образом. Lebo my niekedy takto rozmýšľame. Почему Бог не делает? Prečo Boh nerobí? Нету основания. Nie je základ. И вера.
A viera? Она формирует в нас праведность. Она в нас формує справедливість. Потому что одна из целей веры сделать нас праведными. Або одна з цілей віри уробити нас справедливими. Почему не работает? Причо не функує? Одно, другое, третье. Єдно, друге, третє. Праведность. Справедливість. Поэтому я думаю. Прето я себе мислим. Что Господь сегодня хочет? Же падне хоче обновити нашу віру. Обновити нашу віру. Праведний вірою жив буде. А віра буде жити справедливо. Обновити віру так. Обновити віру так. Щоб не тільки сила Божа проявлялася. Аби не лише Божа сила проявлялася. Аби ся проявляла Божа сила. Но чтобы вера. Але аби віра формувала в нас прочне основання. А в нас вибудувала заклад. Основання праведності. А заклад справедливості. Праведний. Справедливий. Вірою буде жив. Буде жити вірою. Для праведного. Про справедливого. Вера. Вера. Будет чем-то полезным. Буде užitočná. Аминь. Амен. И сказано там. А говорится там. Еще немножко. Да, еще трошку. Что архитектором и строителем Бог. Же архитектором а ставителем є Бог. Является Бог. Є Бог. У меня в жизни бывают разные искушения. Я маю різні покушення. Иногда искушением является то, что я хочу делать то, что я не умею или к чему не призван. А некоторые є покушення про мене робить то, що, к чому не сам поволаний, а що ані не вмію робить. Я помню, мені нужно було зробити ремонт в квартирі. Пам'ятам себе, що сам потребувала оправити бит. І я начал смотреть всякі в YouTube програми по поводу дизайна. А за часом позирати на YouTube різні програми, які се тикали дизайну. Я подумав так. А я сам так то розмішляв. Я чоловік не глупий. Я не сам глупий чоловік. Я могу освоить. Я си можем освоить. И дизайн. И дизайн. Я заработал дизайн. А так сам са пустил до дизайну. Своей квартиры. Своего быту. И потом я понял. А потом сам похопил. Что я по призванию. Же мое повлание. И по состоянию. И по состоянию. А подстата? Стал, а стал, окей. Не дизайнер. А же не є дизайн. І не архітект. А не архітект. Это большой соблазн. То є такий блуд. Люди соблазн. Блуд? Соблазн, когда обни блуд это плохо. Соблазн. Это соблазн это старое русское слово его. То есть старое русское слово соблазн. Хорошо. Добре. Иногда люди смотрят на пастора. А некоторые люди дивятся на пастора. И думают таким образом. А размышляют так-то. Слушайте. Почувайте. Пасторам легче быть. Пасторам и быть легче. Чем водителем. А ко водителем. Буду пастором. Будем пастором. Это легко. А то є легке. Если это твое призвание. А покиаль это твое повеление. Ісус говорить. Єжиш говорить. Я зроблю ваше служіння легким. Я уробим вашу службу легкою. Через що? Це що? Я вам відкрию ваше призвання. Ваше призвання. Тим, що вам з'явим ваше повоління. Я понял. А я сам похопил. Що я не дизайнер. Що я не сам дизайнер. Ну я подумав таким образом. Але так сам розмішляв. Ну строителем-то я точно можу бути. Але určitě може бути ставител. І я почав робити ремонт. А почав сам реновувати бит. Мало того, что квартира не стала лучше. Не лише бит не стал лепшим. Я еще чуть не стал калекой. Так, мерса, нечего стало. Хорошо, хорошо. Плохо мне было. Зло мне было. Друзья. Приятели. Я должен признаться. Я сама мусю признать. Что это касается не только моего дома. Же са то не тикало моего дому. Это касается и моей жизни. Тика са то и моего живота. Зачастую. Зачастую, часто. А часто? Если по-честному. Покиал честне. Мы плохие. Зме злі. И архитекты, и строители своей жизни. Ано, мусимо си признати, що ми злі, ай архітекти, ай ставителі свого живота. И вера. А віра. Это позволить Богу. То знамена доволить Богу. Спланировать твою жизнь. Аби планував твой живот. И сделать это. Аби то уробил. Он не только делает проект нашей жизни. Он робит не лишь проект при наш живот. Он еще готов это сделать для нас. Он то ай уроби при нас. Поэтому я позволяю Богу. А прето я доволюем Богу. Будь архитектором. Будь архитектом. И будь строителем моей жизни. А будь ай ставителем моего живота. И последнее в проповеди. А последнее в моей казни. 11 стих.
11. verš. Там сказано. Там са говорі. Что Сара получила силу, чтобы принять семя. А Сара вірою надобудла силу почать. Чтобы принять семя. А аби почала. Многим из нас. Многі з нас. Не нужно больше откровений. Не потребую дальше з'явлення. Нам нужна сила. Ми потребуємо силу. Чтобы что-то сделать с этим откровением. Аби ми уробили нечто з тим з'явлением. Нам нужна сила. Потребуємо силу. И сказано. А є са говорі, що Сара получила силу. Же Сара достала силу, щоб у неї був плод. Аби почала. І сьогодні. А днес, коли ми будемо молитися? Коли будемо молити? Я думаю. Я си мислим. Що для кого-то буде дуже важливо. А же при неко то буде вельми дволожите. Молитви сказати таким образом. А поведати таку то молитву. Господь. Пане. Мені потрібно сьогодні откровення. А не потребує мені сказати сьогодні. Освіжи моє откровення. А освіж моє з'явлення. Что мне нужно делать сегодня? Что потребуем робить днес? Чтобы мои близкие были спасены. Аби мои близкие были спасены. Мне нужно откровение. Я потребую з'явлення. Господь. Пане. Кто там должен сказать? Некто муси поведать. Мне нужна сила. Я потребую силу. Чтобы то, что ты вкладываешь в мою жизнь. Аби то, что вкладываешь до моего живота. Призвание. Повелание. Понимание. Похопение. Откровение. З'явлення. Обетование. Заслубление. Все, що ти вкладаєш. Всетко, що вкладаєш до мого. Щоб у мене була сила. Аби сам мав силу. Щоб це принесло свої плоди. Аби то принесло своє овоці. Во ім'я Ісуса Христа. Мені Ісуса Христа.